з робочим візитом на Житомирщині побувала перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Вона відвідала обласний перинатальний центр та інститут медсестринства. Під час зустрічей із медпрацівниками та студентами йшлося про поліпшення демографічної ситуації, про реформування медицини та забезпечення її кадрами. Сталося так, що в цієї молодої жінки під час вагітності дуже загострився цукровий діабет. Через те дитина народилася хворою. Хто знає, чи вижило б дитя, якби не нова сучасна апаратура, отримана в рамках національного проєкту «Нове життя», започаткованого за ініціативою президента України. Нам удалось выходить этого ребенка, и мама, и ребенок живы и здоровы. И сейчас счастливая семья находится на втором этапе выхаживания новорожденных в перинатальном центре. Житомирський перинатальний центр виріс із обласного центру охорони здоров'я матері і дитини, що почав працювати ще років 10 тому. Сьогодні це один із кращих перинатальних центрів держави. Сюди їдуть народжувати з міста Києва, інших областей України та навіть з інших держав. Тут гарантують високу якість медичних послуг. Сьогодні тут народжується кожна третя дитина області. І не тільки тому, що тут кваліфікований персонал і найсучасніша апаратура, а ще й тому, що здоров'я нині погіршало. Даються в знаки малі дози радіації, забруднене середовище, не завжди правильний спосіб життя. Та чи завжди майбутню матір, у якої виникають ускладнення, вдається вчасно направити до обласного перинатального центру? Цель совещания, которое будет проведено на базе нашего перинатального центра, это логическое продолжение проекта развития перинатальной помощи, это развитие перинатальной помощи в границах области, то есть развитие уже второго этапа перинатальных центров, которые есть практически уже, а теоретически давно отработаны на нашей области. Мы надеемся, что сегодняшнее совещание даст новый толчок. Сьогодні у нас партнери всі, але, скажімо, обозначені основні узлові райони, в яких будуть такі центри в ближайше время відкриті. Це город Новоград-Волинський, це город Бердичів, це город Коростені, це Малін. І так постепенно це буде 7 перинатальних центрів другого рівня, з якими ми непосредственно будемо тісно працювати. Головне – це відбір пацієнта, тобто кожен має знати, и каждый должен ориентироваться, где, кому и какая помощь будет оказана, где и кому какая помощь сможет быть оказана в полном объеме. На конференції за участю першого заступника глави адміністрації президента Ірини Акімової та головного неонатолога Міністерства охорони здоров'я України Єлизавети Шунько, де зібралися лікарі обласного перинатального центру та акушер-гінекологи всіх районів області, говорили про те, що потрібно зробити первинну медичну допомогу більш потужною, з тим, щоб там могли правильно діагностувати і в разі потреби направляти людину в район або в область. І хоч наші провідні фахівці говорили більше про проблеми. Сьогодні дійсно нам вдається, як кажуть, утримувати на відповідних рівнях перинатальну смертність, але я хочу сказати, що резерви ще є і, звичайно, ми сьогодні відпрацьовуємо всі елементи в відповідності до тих реформ, які нам як кажуть, запропонувала і Міністерство охорони здоров'я і держава для того, щоб її знизити. Ми зробили аналіз перинатальної смертності по районам. І що цікаво, ви знаєте, висока вона в тих районах, де найменша кількість пологів. Ну, я не буду називати районів, да, але я хочу сказати, що, знаєте, як кажуть, по всесвітній, по інформації і доказовій медицині Всесвітньої організації охорони здоров'я, там, де найменше пологів, ті пологи є, як кажуть, небезпечними, тому що люди втрачають відповідну кваліфікацію і там дійсно висока смертність перинатальна.
Ми можемо сказати, що найбільша смертність у першу добу. Тому якраз це і послужило тим, що дійсно необхідно обладнання для пологових стаціонарів, якраз в тих стаціонарів, де, як кажуть, найбільша йде кількість пологів. Але, знову ж таки, на місці не стояли, і тільки за останній час ми провели реконструкцію пологових стаціонарів, де планується, Ірина Михайловна, створення міжрайонних пологових центрів. По многим направлениям работы по новым медицинским перинатальным технологиям Житомир начал работать несколько лет, уже где-то на протяжении последних 5 лет. И поэтому те наработки, которые у нас уже были, нам очень помогли в той перестройке окончательно мышления руководства и коллектива по тем направлениям, которые имеем мы сегодня. Перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова відзначила житомирян за те, що вони освоюють передові технології і є базою передового досвіду не тільки для колег з інших областей, а й з інших держав. Вот эта поездка в Житомир, как и поездка в Донецк, я была в Донецке на прошлой неделе, и будущие поездки во все перинатальные центры, которые были открыты вот с момента начала проекта «Новое життя», это не случайность. Не случайность, потому что этот проект вот, во время моей работы в качестве первого заместителя главы администрации он начался. Мы вложили много души, много энтузиазма вместе с коллегами-врачами, с представителями МОЗа и Академии наук в этот проект. И хотелось, чтобы он шел дальше такими же темпами и получал поддержку. В процессе проекта родилось много интересных идей, которые требуют в том числе нормативного обеспечения. Ну, к примеру, за 1,5 года изменился прежде всего и профиль обязательного оборудования с точки зрения стандартов, который должен быть в каждом перинатальном центре. Появился новый документ, называется «Табель оснащения» в результате этого проекта. Документ нормативный. Изменился сам подход к стандартам медицинского обслуживания. Он тоже выразился в новых нормативных актах. Возникает много других вопросов, которые не исключено будут требовать не только нормативного на уровне министерства утверждения, но они могут требовать изменения законодательной базы. Вот сейчас мы обсуждали темы регионализации. Например, возник такой непростой этический вопрос, а должна ли быть предусмотрена на законодательном уровне ответственность беременной женщины за здоровье своего ребенка. То есть если мама, например, вовремя не обращается к врачу, отказывается от регулярного посещения, и рождается нездоровый ребенок. Должна ли быть ответственность этой мамы? Вопрос непростой, вопрос этический, философский. Но раз он поставлен, то, наверное, над ним нужно будет думать. И этих вопросов будет много. Вот почему знакомство сейчас с работой уже открытых центров – это вполне продуманный шаг, он абсолютно необходим для того, чтобы в будущем в парламенте поднимать те вопросы, которые требуют решения при организации качественной системы перинатальной помощи. Сейчас, когда мы общались с коллегами, вот очень много возникает новых, разных интересных идей, которые продолжают уже начавший свое развитие проект. К примеру, прошло всего 1,5 года. В проекте участвуют профессионалы. И родилось 2 таких обязательных предложения, которые будут дополнять табель оснащения. Все перинатальные центры обязательно должны быть оборудованы возможностями телемедицины. Это не просто, знаете, вот красивая конфетка, которую нужно обязательно выкладывать на стол, чтобы он выглядел хорошо. Это условия предоставления качественной помощи. Зачем нужна телемедицина? Вот то, что называется регионализация. Связь этого центра с селами, с учреждениями второго уровня. Как она может быть осуществлена? На регулярные консультации не наездишься. То есть выездные бригады могут существовать, которые помогают на районном уровне выявлять женщин, требующих внимания. Но намного проще это сделать и намного эффективнее и быстрее, если есть условия телемедицины. Вот такая задача сейчас ставится во всех областях. В Житомире начали устанавливать это оборудование, настраивать его, и я надеюсь, что оно будет работать. В Житомире уже на основе телемедицины общаются и с зарубежными
коллегами, в частности, с коллегами из Санкт-Петербурга, для того, чтобы проводить консультации в сложных случаях. Вот это родилось в рамках проекта, оно должно продолжаться. Второй пример. Женщина выходит из роддома. У нее был ребенок с малым весом, у него были проблемы, с этими проблемами врачи справились. А что дальше? И вот это «что дальше»? Сегодня прозвучала цифра, что в течение года после того, как проблемные дети выходят за пределы роддома, возможно до 20% еще смертности по различным причинам. Значит, эта женщина и ее ребенок требуют обязательного последующего надзора, контроля и консультации. Это называется катамнестический кабинет. Вот этот элемент катамнестический, то есть после того, как мать выходит из роддома, до года ребенку консультации, должен быть в каждом перинатальном центре. Он требует своего оборудования, он требует своего оснащения необходимыми профессионалами, но это та часть, без которой, собственно, выведение этого ребенка в здоровую жизнь невозможно. И это требование тоже родилось в процессе работы над этим проектом. И я уверена, что каждый последующий шаг, он будет рождать новые добавки. Новые добавки и дополнения для того, чтобы выстраивалась эта система. Самое важное и самое отличное, что вот такие центры, как в Житомире, они были флагманами. И сейчас они являются очень хорошими базами для будущего формирования концепции перинатальной помощи. Они хорошие тренинговые площадки. Сегодня вот приехали коллеги из будущего Крымского перинатального центра смотреть, как здесь работают, смотреть, как выстраивать у себя систему организации помощи. А в ноябре сюда приедут немецкие специалисты, которые вместе со специалистами Житомирского перинатального центра будут вести большую тренинговую программу. Работы много, интереса у людей очень много. Мы движемся в правильном пути, и я надеюсь, что будем двигаться достаточно быстро. Потім висока гостя завітала до Житомирського інституту медсестринства, єдиного навчального закладу в Україні, де готують медсестер з вищою освітою, за винятком хіба Тернопільського приватного вишу, де навчають кадри для закордону. Ірина Акімова завітала на заняття до медсестер-магістрів, цього року буде їх четвертий випуск, подивилася, як навчається молодь з особливими потребами, з них готують прекрасних зубних техніків, ознайомилася з роботою Центру невідкладної допомоги. А на конференції, де були присутні провідні медики області, педагоги і студенти, говорили про реформування медицини. Если взять Житомирскую область, с точки зрения, я имею в виду, проблем здравоохранения, то это далеко не самый простой регион. Во-первых, это одна из областей, которая пострадала во время Чернобыльской аварии, и это, естественно, накладывает отпечаток. И на уровень заболеваемости, я имею в виду, достаточно высокий уровень онкологической заболеваемости. Это, естественно, накладывает отпечаток вот с точки зрения перинатологии. Я сейчас только приехала из перинатального центра, на уровень генетических заболеваний. То есть это среда, где очень нужна медицинская помощь, и эта медицинская помощь должна быть очень квалифицированной. С другой стороны, как сейчас мне рассказали ваши коллеги-медики, проблема Чернобыльской катастрофы по-прежнему вот оттеняет взаимоотношения между медиками здесь, в Житомире, потому что непросто найти, в том числе молодежь, которая заканчивает медицинские университеты, медицинские институты, которая бы хотела работать в тех районах, которые подверглись, к сожалению, воздействию во время Чернобыля. Область непростая. Проблемы, которые стоят в медицине, тоже непростые. Но зато вот в Житомире я встретилась сейчас с коллективом перинатального центра и убеждена, что это характеристика всех людей, которые работают в лечебных учреждениях Житомира. Здесь нет равнодушных людей. Вообще, мне кажется, работать в медицине и быть равнодушным человеком – это вещи несовместимые, это невозможно. Когда формировалась программа медицинской реформы, прежде всего попросили квалифицированное мнение медицинских коллег, где у нас наиболее проблемные места. Посмотрели и сравнили себя, то есть Украину, со своими странами-соседями, и обнаружилась вот такая не очень приятная для нас статистика. А статистика следующая. Порядка в 1,7 раза у нас больше количество
коек в госпиталях и количество больниц, которые предоставляют специализированную помощь на втором и на третьем уровне. В то же время количество семейных врачей, то есть первичка медицины, самое важное для профилактики, у нас развито где-то втрое хуже, чем у наших ближайших соседей. Акцент в первый год, в первые полтора года реформы был сделан на две вещи. Первое – это начало восстановления и развития первичного звена предоставления медицинской помощи. Сюда были направлены и значительные средства. В пилотные регионы, в первую очередь, на цель поднятия первички было выделено порядка 750 миллионов гривен, которые пошли на дооборудование, ремонт, строительство амбулаторий, формирование как юридических лиц центров первичной медико-санитарной помощи и на предоставление новой системы финансирования на уровне первичного звена. Проблемой старой системы, или точнее ее развала за последние пару десятков лет, было в том числе очень низкое внимание к поддержке, к развитию и к повышению социального статуса среднего медицинского работника. Это еще один акцент, который сейчас ставится в рамках медицинской реформы. Приведу вам пример зарубежных стран, где понятие «медсестра» на сегодняшний день стало уже не менее уважаемым, чем понятие «врач», где очень большое количество различного рода операций, манипуляций переносится на уровень медсестры, где уже формируется новый образ с новыми, более высокими квалификационными требованиями, и где часто средний медицинский персонал перебирает на себя многие функции, которые в нашей системе принято выполнять врачу. Я думаю, что Украина тоже будет медленно, но неуклонно идти по этому пути. И поэтому очень здорово, что вот в Житомире есть такой замечательный институт, который готовит именно средний медицинский персонал и пытается держать руку на пульсе времени. Проблема поддержки первички – это тоже проблема 2013 года, куда будут включены все непилотные регионы. И выстраивание центров первичной медико-санитарной помощи, а главное – подготовка людей, кадров, профессиональных кадров, которые там будут работать – это задача, которую нужно решать сейчас. Кстати, в Житомире есть очень хорошие медицинские традиции и интересный опыт. Вот с Житомиром я лично больше знакома по проекту перинатальной помощи. Вы все медики, безусловно, я думаю, что просто жители города хорошо знают о том, как здорово работает у вас перинатальный центр, что он является гордостью не только города. Хорошая слава о нем разнеслась и по Украине. Коллеги рассказали мне и о том, что на уровне первичного медицинского звена тоже были попытки, интересные попытки, отойти от стандартов организации медицинской помощи. В частности, называлась Попельнянская ЦРЛ, которая еще с 2005 года преобразовалась в коммунальную организацию и попробовала отойти от стандартов финансирования, перешла к глобальному бюджету, и это позволило более эффективно использовать средства. То есть Житомирщина – это регион, мне кажется, который очень готов не просто воспринять идеи медицинской реформы, но их конкретно реализовывать. Ірина Акімова відповіла також на ряд запитань, а викладачі і студенти щиро дякували їй за цікаву розмову.